парке кафе «Горянка». Что-то там гадит. И рынок. Вообще не запустят вас сюда, потом будете ходить жаловаться. Такой же товар, как наши, эти продают, тоже самое. Потом наши не продают. А потом наши не продают. Ах, на рынке небольшой конфликт. Тут женщина, цыганка, с рук подает постельное белье. Не хочет платить 50 рублей за продажу. Ну, аренда своих ног, видимо. Она хоть пешком предлагает. Они, так понимаю, оплачивают 100 рублей в день. Посмотрим, что-нибудь еще понравится. За такую аренду. Оказывается, попал на козий рынок из парка. Все его рекламируют в Ютубе. Никого, бросьте Леночку. А Леночка все равно не соль, не тянет. Попахи мне так нравится. Надо что-то здесь купить. В них дома ходят, на даче ходят. Человек, который целый день сидит за компьютером, вот есть такие айтишники весь день дома, одевает их. В тапочках неудобно, а в них можно по комнате ходить. Ну и называются они... Чуни или чоботки. Привет. Вот сюда можно нашить материал, какой-нибудь такой дермантин или кожу. Вот сюда нашивают он женщинами. А, понятно, как подошву. Да, получается. Если хотите, если нет, одевайте какой-нибудь носочек сверху. И сколько они у вас 400 стоят? 400 рублей. И бегайте. Это натуральная шерсть. Я их сама делаю. Крючком вяжутся они. С килограмма только 4 штуки выходят. Такие были в Москве, во всяком случае. Какие года-то? Начало 90-х. О. Здесь до сих пор остались они. 1500.
Наверное, здесь и аренда подороже. Чем на улице. О, вот такие я купила.